Узбекистан. Привет, Узбекистан, скажи. Привет, какой город? Какой? Кашкадарская область. Чракти. Гитара рядом. Ученик Ивановского. Нет, Вот это что такое? Правильно? Смотрел откуда? Как я считаю? Так? Ну, когда царишь, надо на линии. Когда будем идти? Я каждый день. А ты заходи к нам в музей. Музей пса. На Кибальш. Знаешь, такой музей? Когда начнем? Вот, кстати, где будем учиться? У нас? У нас дома, а где еще? Кибальч. У нас музей пса, у нас две собаки. Лабрадор и вот этот чудо. Ты-то далеко уже? Нет, вот там. До сюда? Да. Ты там ведешь, есть? А тут кто? Ну а теперь скажи узбекские национальные инструменты. Ассаляму алейкум всем узбеки. Я уважаю всех узбеков. А узбеки? Русские тоже уважаю. А по-узбекски? Что узбекски? По-узбекски скажи. Ассаляму алейкум варахматуллахи баракатуху. Миру мир. Когда начнем урок? Хоть сегодня. Не решать, хоть сегодня. Где? У нас? Музей пса. Кибальчича. Кибальчича. Знаешь, Кибальчича улица, знаешь? Она параллельно Седова. Пойдем. Сейчас идем домой, можем вместе дойти. Хочешь? Давай. Ну, все. Собираемся тогда. Все. Мы уже сегодня первый урок. Сегодня первый урок. Дима. Просто меня на сколько день потом будет эфир? А это уж как научишься. У нас сегодня будет вступительный экзамен. Сначала, да? Да, да, да. Да, понятно. Не, ну просто бывает такое, что человек хочет, но не может. Так, подожди, мелочь надо. Дима, ну, сейчас, что ты зачкуешь?